В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками администрации района и поселения провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – профилактика нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы останавливали машины и проводили с водителями беседы о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, об административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение. В ходе мероприятия было проведено 20 бесед, из которых 5 с административными правонарушениями. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не приступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.